Всем привет, сегодня будем исследовать Smiling X с временным дополнением. Давайте стартовать. Посмотрим все комнаты, которые закрыты. Да лучше на гости. Уж очень много комнат закрыто. Скорее всего, там что-то допрорисовано. Это мы с вами проверим. Мы это с вами проверим. Пропускаем сценку. Также посмотрим, где у нас находится лорд. Уже не терпится стартануть. Где мои отцы? Не исключено, что когда я выпущу видео, уже обновление будет. Чувствительность сразу мелкая, вау. Ну-ка, все идеально. Берем ключик. Давайте пробовать. Вау, yes, летаем. Это уже класс, ну-ка. Да даже на этот шкафчик приземлиться. Смотрите. Разработчик будет просто в шоке, как мы такое с вами делаем. Ну-ка, из шкафа можно улететь? Просто в наглую. Да-да-да. Сейчас будем с вами наблюдать все комнаты, которые скрыты. Можем даже свою пока не открывать. В принципе. Так, а где мы с вами ключ кинем? Смотрите, коридорный. Что? У меня ключ выпал. Да, видите, на призраке почему-то показывают рекламу. Если игра приобретена, почему они ее показывают? То есть, смотрите, нам коридорный не дает пройти. Давайте за него пройдем. Сюда. А, ключ выпадает постоянно. Приколюха. Вот он. Он так выглядит. Мы его никогда не видели. А, так мы даже могли же сесть в нее. Приколюха, это вообще жесть какая-то творится. Поняли преимущество? Да что мне мешает-то? Я легко же перемещусь хоть куда. Ой-ой-ой, ключ так не оставляем. Да, он постоянно выпадает. Он уже стоит в тележке. Привет, я занят, уходи. То есть... Вот так же мы не видим надписи «сесть». А если переберемся на другую сторону, то резко видим. Бам. Ключ выпал, ну и ладно. Да, видите, уже можно сесть и прямо рассмотреть его вблизи. Да, это класс. Тележка. А, я занят. Ладно. Пока что походим с нашим ключом. Посмотрим вообще, где лорд. Он появляется в игре, если мы не открывали свою комнату. Ресторан. Заперто? Необходим сервисный ключ. Смотрите, даже ресторан заперт. Сесть. И здесь тележка стоит. Но коридорного нет. Корлюга. Прикол. Но перебираемся через нее. Ключ полетел. Давайте куда-нибудь его переместим в нестрашное место. Допустим, к администратору. Все, пусть здесь лежит. Лифт не работает, мы должны подождать, пока работник его починит. Этого диалога в принципе не могло быть, потому что мы еще из комнаты не вышли. Я не видел твоих родителей, возможно они в баре. Если ты пойдешь в бар, пожалуйста, отдай это писателю. Вот наша комната, она заперта. Так, лаундри, пока что давайте тогда кинем к нашей комнате чернила и переместимся. Сейчас будем исследовать комнаты. О, я лорда нашел. Что? Смотрите. Мы в конечной сцене. Выходим. Ес, лорд. Ну-ка, он атакует? Не атакует. Что? Маска босса из корпорации X. Смотрите. Редчайшие кадры. Мы это вообще видеть не могли. Тут даже пройти нельзя. Так, ну-ка. Что открывается, что нет? Стол фейковый. Но здесь-то все не фейковое. Он так и будет стоять, похоже, пока мы не активируем ключ. Так, ну хорошо. Вау. Давайте вообще смотреть, какие комнаты мы сами не посещали. Коридорный стоит, смотрите где. Вау, он в четвертой комнате. Мы тоже все сегодня посмотрим. Вот так фантастика. Вторая комната. Мы ее когда-то открывали. В принципе, то... Первая комната. Давайте проверим, что там. Вау. Коньяк стоит. Мы здесь не были никогда. Коньяк, смотрите. Открыть. Может, сейчас какой-нибудь секретный ключ найдем? Постер с банками супа. Томатный суп, томатный суп. Вот это да. Полочки проверяем на всякий случай. Не могу сдвинуть его на ржавый. Но для нас, видите, нет ничего невозможного.
Комната закрыта, понятно. Выходим. Первая комната. Она, кстати, была как раз-таки недалеко с администратором. Ну-ка, можно прямо при живом администраторе зайти? Ах, ты поймал меня. Так, все, мы администратора обхитрить не смогли. Вот это да. Тут рабочий сразу же. То есть мы можем сцену раньше запустить, получается? Давайте вообще его обхитрим, сзади станем. Повернуться не может. Ну-ка, успей прочитать. Этот старый двигатель очень сложно отремонтировать. Что? Темный лорд похищает людей? Такие диалоги. Я ничего не знаю о твоих родителях, но если ты хочешь воспользоваться лифтом, принеси, пожалуйста, мою отвертку из ящика для инструментов. Кстати, возьми этот ключ. Он тебе понадобится. Если я закрою свой ящик с инструментами, то проклятый коридорный снова украдет мои вещи. Вау, еле успел. Так, что за этой дверью? Ах ты, вообще ничего. Доказано прямо, ничего нет. То есть? Мы сейчас можем спуститься хоть куда. Давайте к елке. У нас есть ключ от ящика бойлерной. Мы потихонечку выполняем все. Лаундри закрыто, конечно же. Чернила есть. Давайте до бойлерной дойдем и потом переместимся в нее. Бойлерная. Заперта, ладно. Перемещаемся в нее. Открываем ящик. Я должен спросить об этом парня в приемной. Может, он поможет? Смотрите. Рабочего просто забирают. Самым первым, причем из игры. А, и мне врезали. Слышали же звук? О, мне тоже врезали почему-то. Главная люстра похожа на чупа-чупс, смотрите. Перемещаемся куда-нибудь. Так, в принципе, ключ от нашей комнаты даже не нужен. Ах ты. Там лорд ходит уже, все, конец. Вот с ним нельзя сталкиваться даже на призраке. Напрямую сталкиваться. Администратор, что ты мне скажешь? Я не знаю, что случилось с электрической панелью. Поговори с обслуживающим персоналом. Они занимаются ремонтом лифта. Единственный способ попасть в комнату бармена, ты можешь поговорить с ним, чтобы получить ключ от комнаты. А у нас уже есть люк кола сразу же. Бам, ищем ресторан. Где он вообще здесь? Сейчас ключ наш будет. А, то есть кола не хочет падать. Смотрите, кола на потолке висит. Но все равно падает, видите? На свою колу. Приходи позже. Хорошо, я поставил прямо ему. Мы даже еще с вами чернилами не облили писателя. Хорошо, давайте немножко поперемещаемся по новым комнатам. Вау! Это какая интересная. И каждая комната со своим дизайном. Может, какие-то есть пасхалки? Шкаф не открывается. Во! Два дивана. Давайте смотреть, что это за комната была. Ух ты, чуть с ним не пересекся. Пятая. Лаундри. Ну-ка, шестая. Это она? Ух ты! Смотрите, здесь даже ванна есть. И даже можно прятаться в шестой комнате. Не могу сдвинуть, он ржавый. Вот эта тема. Зеркальное отражение нашей комнаты. А, не открываются, понятно. Только названия меняются. Здесь выдвигается. Прикол такой, баг назвать разработчику, что не выдвигается полочка в той комнате, в которой мы быть не должны. Вы видите, скорее всего, это первыми в мире, так как вы подписчики именно моего канала. Идемте далее. Лаундри. Там у нас есть молоток. Давайте его заберем. Раньше всех. You can drop this here. Ты не можешь здесь это кинуть. Администратор еще не спит. Ах, с чего не могу-то? Ура. Да, видите, так как мы ученого еще краской не обливали. Сейчас мы это и сделаем. А моя комната уже открыта, хотя я не применял ключ. Зашел ко мне. Ищем снова бар. Тут очень много комнат. Да мы почти все комнаты не видели.
Вот даже четвертая нас ждет. Там у нас коридорный есть. Сейчас мы ходим по потолку. А вот и бар. Ура. Чернила уронил. Так, не напоролимся на лорда. Клаус. О нет, ты испачкал меня. Мне придется идти в свою комнату. Я сейчас занят. Приходи попозже, маленькая девочка. Оставь меня в покое, я должен переодеть свою рубашку. Нормальный диалог такой. Так, ищем седьмую комнату. Сейчас посмотрим, как он в нее заходит. Будем первыми в мире. Ах, ты администратора поймал. Это как так? Сцены наложились. Не-не-не. Ну-ка, ты там стоишь? В смысле, идет просто на месте, оказывается. Вау. Что? И нас этот крик должен был заинтересовать. Я сейчас занят, приходи попозже, маленькая девочка. Заперто. Ну-ка, с этой стороны. Извиниться, да? Открыть, главное. Ну-ка, толкаться можно? Нельзя. О, администратора просто нет. Можно по-жесткому идти. И ключ забирать здесь. От бойлерной, поняли? Вообще, на изи. Администратора реально, потому что забрали. Я все поменял местами. Ну-ка, сейчас, если извинимся. Приколюха вообще. То есть он прям лорда ждал, стоял здесь. Лаундри. Не то, заперто. У нас сегодня параллельно еще и прохождение. Писатель несет в тайную комнату. Его помещают туда. Я должен сказать секретарю, которого нет. Да, я поменял сцены местами. Секретаря-то нет. Мы даже сказать не сможем. Приколюха вообще. Может, его вернули обратно? Бойлер, лаундри. Давайте посмотрим, есть ли он там. Администратора нет, но можно поговорить с кем-то. Он спит, постарайся не шуметь и забери ключ. А этот ключ уже у нас. Все понятно, он спит как бы. Бойлер-рум, наконец-то. Официально открыли. Видите, ящик-то уже открыт. Чиним. Отлично, теперь есть электроэнергия и двигатель работает. Теперь думаю, что смогу провернуть вентили на трубах. Но я этого пока что делать не буду, потому что проходить игру не хочу. Мы сейчас с вами будем смотреть. Кстати, поняли прикол? Мы даже ключ не получали никакой. На. Все, ключ он нам выдал. 002. В моей комнате есть доступ к системе вентиляции. Возможно, внутри ты найдешь работника. Но весь прикол в том, что этого работника уже похитили. Так, в пятый мы... Сейчас проверим. В пятый были, видите, я открывал полочки. О, там вообще какая-то синяя текстура. Во, интересненькая комнатка. Номер два. Ах ты, смотрите, номер два. Где мы картину отодвигаем? А вот здесь мы никогда не были. И там, похоже, коридорный стоит. Yes. Вот тема. Ты что здесь делаешь-то вообще? У него реально другая внешность. Не как у всех. Можно даже такую превьюшку сделать. Да, это реально как обновление игры. Ну-ка, сразу проверяем столы. Это номер более элитный. Здесь даже есть стол со стульями. О, подгоняю превьюшку, смотрите. Ну что-то можно сделать интересненькое, понятно. Это была комната номер 4, скорее всего. Да, четвертая. Так, третья, проверяем. Ох ты, какая красивая. Вау. Обои как бабочки. Тоже томатные супы. Оранжевый свет. Ничего себе. Такое ощущение, что хотели изобразить будущее в прошлом. Новая комната, мы тоже здесь не могли быть. О, открыли, это ванная. Даже дверь работает. Приколюха, мы таки заходим и моемся здесь. Огроменная ванная, кстати. Шторы в виде доминошек. Заперто, выходим. Это была тройка. Так, в четверке у нас стоит коридорный. Еще тройка, но это с другой стороны.
Бойлерную можем открыть и в любой момент пройти игру. Смотрим, где мы не были еще. В пятой, скорее всего, были. В пятой были. Были даже у босса. Так, интересно, ванная — это наша комната. Что, пролом в стене есть? А вот это уже интересно. Я пролом только сейчас заметил, смотрите. Его видно из космоса, так скажем. Сейчас посмотрим. Вот. Просто текстура не отображается. Мы в будущем сможем выламывать стену. Сейчас даже нет кнопки активации. Так, а где мы с вами оставили молоток? Выломали, выкинули, да? Все верно. Нет, применить нельзя никак. Все выпадает из рук. Прикол вообще. На. Игра чувствует. Бросок предмета. Хорошо. Молоток не нужен. Давайте еще посмотрим, что есть. Ой. Это наша ванная. А за баром что-то есть? А, мы можем просто за баром походить. Вот здесь прямо. За пределами. Немножечко места разработчик оставил. Видим отсюда елку через стену. Заходим. Не пускают. Так я... Мы застряли, пустите нас. Ну-ка здесь. Просто в наглую зашли. Надо же, это самое начало игры. Мы много чего не могли видеть. Оказывается. Так, где мы что видим? Тут наших родителей поднимают. Кстати, где они? Интересно. Где те модельки родителей? Ладно, давайте просто здесь на пол кинем. Скорее всего, увидим мы в конечной сцене молоток. Это наш трофей сегодняшний. Так, Люка Колу мы отдали. Ну-ка, давайте глянем, где родители. А, так там проход целый. Хорошо, давайте тогда проходить игру и посмотрим, будет ли у нас молоток в конечной сцене. Потому что мы все комнаты с вами посмотрели. Все, перебрались. Я чувствую сквозняк. Ничего себе. То есть, мы должны были с вами догадаться отодвинуть стену с помощью вентилей. И... А, кстати, а что если издали подойти? Прям аккуратненько, аккуратненько. А, подождите. Сейчас сцена вообще сработает? А, уже сработал. Молоток лежит, yes. Вот он, видите? Родители поднимают сверху. То есть модельки находились где-то наверху. Потому что все предметы взяты с этой карты. В миллионе километров, похоже, от нас. Хорошо, давайте мы на этом видео закончим. Мы сегодня с вами изучили полностью всю локацию Smiling Kicks Zero. Оцените старания лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.